Фокино в числе лидеров среди муниципальных образований Приморья в области развития спорта и физической культуры. Фокинские спортсмены успешно выступают на краевых и региональных соревнованиях. В городе постоянно проводятся открытые чемпионаты и первенства по различным спортивным дисциплинам. Возводятся спортивные объекты. Подробнее о перспективах спорта на территории городского округа в нашем первом сюжете, который выходит в рамках проекта «Здоровый образ жизни – это норма». Основная деятельность в области спорта на территории городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной целевой программой развития физической культуры и спорта в городе Фокино. Пристальное внимание городских властей к данному направлению дает свои результаты. Так, по итогам 2016 года в городском округе прошло более 50 спортивных мероприятий, в которых приняли участие порядка 9 тысяч спортсменов. При этом спортивные успехи фокинцев не ограничиваются муниципальным уровнем. Наши сборные команды выезжают и на межмуниципальные, краевые мероприятия, первенство Дальневосточного федерального округа, где также занимают призовые места. Более 500 медалей было завоевано в 2016 году нашими спортсменами. На территории городского округа работают многочисленные спортивные федерации. Ребята занимаются в секциях по кёкушинкай, каратэ-до, самбо и дзюдо, айкидо, боксу, джиу-джитсу. Помимо этого, в городе активно развиваются такие виды спорта, как дартс и спортивные танцы. Танцевальный фестиваль «Бархатный сезон», который проводится ежегодно в пляжном городке Песочница, давно завоевал широкую популярность в границах Приморского края и за его пределами. Кроме того, занятия спортом на постоянной основе проводятся в детских учреждениях дополнительно. В нашей детской спортивной школе занимается более 560 воспитанников на 8 видах спорта. В Дунае также 8 видов спорта и занимается более 330 человек. Год от года Фокино преображается в спортивном плане. Появляются современные мини-стадионы, площадки, где каждый желающий может активно провести время. Продолжается строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном. Объект возводится по программе софинансирования с привлечением средств краевого бюджета порядка 80 миллионов рублей. В этом году аукцион у нас уже сыгран, подрядчик определился и строительство уже ведется. Планируем мы закончить строительство бетонной чаши, внутренних перегородок, лестниц и тому подобное, и установить каркас, обшить его и установить крышу, чтобы в следующем году остались лишь мелкие работы, уже текущие работы и благоустройство вокруг этого физкультурно-оздоровительного комплекса. Новое спортивное сооружение планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Физкультурно-спортивный комплекс помимо бассейна будет включать зал для сухого плавания со спортивными тренажерами. В дальнейшем предполагается пристроить к основному зданию спортивный зал. Мы планируем опять вступить в краевую программу по строительству спортивных залов. Надеемся, что мы туда вступим и опять попытаемся в федеральный бюджет получить дотацию также для строительства спортивных сооружений стоимостью до 100 миллионов. Введенный в строй плавательный бассейн подарит новые возможности фокинским спортсменам. Пока же плавание – это дисциплина, в которой наши ребята сильно уступают соперникам из других муниципальных образований, где давно построены водные спортивные сооружения. Один из видов испытаний в ГТО и соревнованиях – это плавание. Именно из-за плавания мы зачастую не можем добиться наиболее высоких мест, потому что у всех наших соседей близлежащих, это Находка, Артем, Камень, Владивосток, Уссурийск, у них бассейны есть. И, соответственно, дети показывают довольно-таки высокие результаты, потому что они тренируются. Они знают, что такое пресная вода, как она держит. То есть плавают намного лучше, к сожалению, чем наши дети. Ну, будем надеяться, что когда построим, первые места будут наши. Планомерная реализация муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта на территории позволяет привлечь к занятиям физической культуры как можно больше людей. Решается комплексная задача по формированию у молодежи позитивной модели здорового образа жизни. Спорт становится модным трендом.